семье химчанки Дарьи Манько произошло происшествие. Ребенок во время прогулки потерял ценную вещь. Когда надежды найти ее не осталось, на помощь пришли сотрудники Росгвардии. Поступило сообщение об утрате телефона ребенком. При патрулировании было обнаружено на детской площадке. Позвонили маме, договорились о встрече, о том, чтобы передать телефон уже маме ребенка. Я, конечно, была очень рада, что мы экономим семейный бюджет. И, конечно, большое спасибо и очень благодарна честному сотруднику Росгвардии, который нашел родителей и вернул телефон лично в руки. Росгвардия имеет право на те же действия, что и полиция. Но помимо этого наделена рядом дополнительных функций. Это лицензирование и контроль оборота оружия, выдача лицензий на охрану и многое другое. Ведется набор кандидатов на должности Росгвардии младшего начальствующего состава. Приглашаем вас всех. Росгвардия – государственная военная организация, предназначенная для обеспечения государственной и общественной безопасности. Главная задача сотрудников Росгвардии – защита прав и свобод человека и гражданина. Елена Тараненко, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.